собирались поехать в Вименштадт. Туда не пришел автобус, потом Кофенхаген. Кофен? What? What's the name of the city? First city we wanna go. Кофен? Neuschwanstein? No. Schwangau? First city that we try to go today. Kaufbeuren. Kaufbeuren. And мы тоже не попали на автобус. Let me say hi. Поэтому мы в Фюстене. Мы приехали к замку. Почему мы сюда поехали? Потому что погода очень хорошая. Вон он, красавчик. Я сейчас притворяюсь, что говорю что-то важное. На самом деле снимаю коников. А коники? Коники. И мы уже подошли к знаменитому замку номер 4 в Германии. Хочет сломать лед. Так как мы уже побывали один раз в Нойшвайнштайнском замке, мы решили пойти к его более уродливому собрату. А? По дороге в замок есть Christkönig, Christkönig Kapelle, and we're gonna Christkönigskapelle. Она. И мы решили ее сначала посетить. Вчера было на улице плюс 13, я в футболке ходила, сегодня снова снег идет. Вы возвращаетесь. Я не придумал, что вам хорошего рассказать, но смотрите, какие горы за мной. И нахожусь сейчас около всем неизвестного замка. Вот. А знаменитый Нойшвайнштайн в метрах 800 отсюда. Кстати, картинка сейчас идет через ND-фильтр. Не знаю, насколько это будет удачный эксперимент, но посмотрим. Так, мы поднялись в этот замок, который поменьше. В него вход уже открыт. Никого нет, наверное, потому что на дворе вторник. И мы тут одиноко стоим, рассматриваем. Со мной ворота какие-то. Главное здание замка
за мной, и в него вход уже по билету. Билета у нас нет. Подошли к самой замковой части замка. Вот оно все. Уважаемые знатоки немецкого, если вы имеете представление о том, что здесь написано, приводите. По 10-бальной шкале замок можно оценить на твердую 7. Спросите, почему? Потому что замок этот можно взять совсем легко. Здесь нет места для лучников. Все двери открыты. Так для чего же такой замок, который никого не защищает? Замки должны служить делу. Информация для туристов. Все туалеты замков бесплатные. Специально для русских. Большим шрифтом тут написано. Так что знаем, кто грязнули теперь. Going again on this famous road to the castle. It's gonna take some 30 minutes. 20 minutes. So in the end, hopefully we will show you amazing castle in a good weather. Мы наконец-то добрались до замка. Не так уж это долго было. Вон он, красавчик. Красавчик. Вчера прочитал, что Нойшвайштайн замок – это самое популярное место в Европе для фотографий. Мы от этой традиции не отступим, мы тоже будем тут фотографировать все, потому что фотка с замком набрала больше всего лайкосов. А теперь, блин, страшное очень место. Ой-ой-ой, смотрите, что тут происходит. Внизу овраг. Овраг с водопадом. И из оврага можно бежать и попасть на замок, который сейчас ремонтируется. Такой вид открывается с площадки перед Нойшвайштайном. This castle looks very old and medieval, but actually it was built in the 17th or 18th century, I guess. And the king lived here only for a few years, like 3-4 years, and then he was captured in his own castle because of kind of revolution or something like that. So it was not really a beautiful story. And also he lived for his whole life single, I think. Yeah. Похоже на то, что дорога к замку закрыта, но люди тут рискуют и проходят. I don't know. It's not that I'm afraid. Maybe we won't have time. В силу того, что у нас остается 25 минут до автобуса, в силу того, что мы в замке уже были, и в силу того, что проход к мосту на самом деле закрыт, и люди перелазят через забор, то это вы сейчас увидите. Мы решили спокойненько пойти к автобусу и благополучно добраться до дома. Вот так вот выглядит очередь в автобус из замка. Пока, Нойшвайштайн. Увидимся. Так как мы приехали в Фюссен за 30 минут до нашего автобуса, поэтому мы решили еще немножко осмотреть город, потому что здесь есть какое-то подобие замка или монастыря, и оно не так далеко от вокзала.
уже возвращаемся на вокзал и сейчас идем по центральной улице Фюссена. Могу сказать, что кушать здесь вообще не имеет смысла, потому что цены очень большие. Даже в кафе около замка цены вполне приемлемые. Но нормальные туристы едят в Нетто. Потому что в Нетто есть сосиски и бутеры. Мы прибыли на вокзал, и теперь остается только ждать автобуса. И мы непосредственно будем ждать автобуса. Потому что домой нам попасть нужно, так как Амина улетает завтра из Мюнхена в 11 утра домой. А я остаюсь.